Да, я якутца, народ, народ. Тут нашего человека хотят за создание помех, так сказать, опрокинуть. Но создания помех не было, потому что я его попросил включить музыку, чтобы раздуплиться. Вот весь фрапс на 4 секунды, вот он стоит. Главное, Ваня, не подходит и вообще. включает музыку. Это я его попросил, так что создание помех работе дальнобойщиков и других игроков здесь нет. Я считаю, эта жалоба накатана просто так, тут никаких помех нет. Так что я оставляю свой отзыв под данной жалобой. Помех не наблюдаю. Помех не наблюдаю. Я его попросил включить музыку. Все, кому не сложно, поддержите данную жалобу. Ссылка где? В закрепе и в описании. Все, не за что тут мутить, создание помех нет. Я все сказал. Администрация, не блокируйте ПЖ. И меня тоже вместе с ним. ББ.